В Лангепасе за эту неделю из-за гололеда в больницу обратилось 20 человек. Так, перепады высоких и низких температур привели к появлению крепкой наледи на проезжей части и тротуарах города. Коммунальщики посыпают дороги специальной смесью, чтобы югорчане могли спокойно передвигаться. Только за 2 дня специалисты использовали 5 тонн песка и соли. Но падения и травмы все равно случаются. К сожалению, такая строптивая погода сохранится еще несколько дней. Поэтому автоинспекторы призывают горожан к максимальной бдительности, как водителей, так и пешеходов. А травматологи дают советы во избежание несчастных случаев. Необходимо все-таки соблюдать некоторые правила. Это максимально выбирать нескользящую обувь. Да, женщинам, соответственно, не носить каблуки в такую погоду. Стараться обходить скользкие участки по возможности. Если это не получается, то проходить их мелкими шажками, как лыжники скользящими.